Это обычные раскладные стулья из фотоателье. А эти игрушки на них забыли дети, которые совсем недавно позировали для своего первого семейного альбома. Фотографии получились разные. Веселые, немного грустные, задорные и по-взрослому серьезные. И все же все они невыразимо похожи. У всех этих ребят нет семьи. Они сироты. Идея была такая первоначально, что у детей из детских домов нет детского семейного альбома. У них просто его нет. И думали, как бы, может быть, помочь в этом. А обычно семейный альбом начинается с того, что ребенка приводят в фотоателье, фотографируют, сажают там какое-то кресло или стульчик. Вот так появился у нас здесь стул. Так получилась выставка под названием «Я жду тебя». Каждый из этих ребят верит, что у него однажды появится семья. Настоящая семья. И каждый ребенок ждет того момента, когда в его жизни будет забота и добрые слова самых близких людей. И в семейном альбоме появится много новых фотографий. Ведь не обязательно, наверное, усыновлять или брать ребенка в семью. Хотя это в идеале, это хотелось бы, и всем нам хотелось. Но просто элементарно найти друга среди ребенка, да, детского дома, чтобы его вести по жизни, чтобы его поддержать после выхода из детского дома, вот это было бы замечательно. Организаторы надеются, что среди посетителей выставки окажутся неравнодушные люди, желающие усыновить кого-то из этих ребят. Я хочу, чтобы у меня была мама и папа, которых я буду любить и уважать. Я хочу, чтобы они нас любили, чтобы нам все гости приходили на праздник и приносили нам подарки. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.